Алекс, зачем? А, стоп, 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 стоп. Ты это, чат отмотай назад. Да, отмотаем сейчас чат. А, интро с голосом тачкуется во флоте. Интро с голосом еще раз тачкуется во флоте. Фаст, ты на чем, где? Интерцептор один джамп от флота. На чем? Интерцептор могу взять что-нибудь другое, если нужно. Не-не-не-не, все очень правильно. Сейчас мы фаста отправим. Опытных его цептаров. Добавить надо в watchlist? Да, добавляем фаста в watchlist. А, фаст, твоя задача не умереть. Остальных интеров подпирать гейт. Тама уже должны. А что там? Кто не знает? Нет, пока ничего. Давай я тебе буду скаутить. Что тебе? Зачем тебе кого-то искать еще? Проверьте кратчайший маршрут. Да, ставим короткий маршрут. Самый короткий позвонок там сдвигаем влево. Варпаем все на Таму. Захожу там сейчас. Там чисто. Угры нет. По системе или дальше? Да, дальше, дальше, дальше. Заходим там, прыгаем на Кидаму. Бест во флоте Асакай. Кидама чисто. Заходим кидама, пойдем по десту. Подпираем реакцию. Скифлит на подскане есть саспекты. Сейчас пробую искать. А кто такой Гекко и Зенарос? Они на чем? Зенарос на интере, Гекко Глазик, в принципе, Гриффин может помочь отжамить, если большая какая-то цель. Глазик. Так, где-то скиф, по-моему, на этой, на башне сканялся. На смоле его нету. Иду на компаунд. Так, дикторы, значит, ставят бабл по проявлению цели. Желательно, если вы приварпали к большому гейту, перейти на его противоположную сторону, наблюдать за другими дикторами, кто где находится, чтобы могли забублить гейт большой с обеих сторон. По диклоку натопили на цель, остановились в 12 километрах от гейта, еще раз забублили. Вот. И все остальные интры, вся остальная мелочь топит к этому диктору, к интерам. Помогают заключить.
фаст полетели дальше. Скиф сканится узким лучом в сторону гита, планеты и билтов. Полетели дальше. Заходим. Рейд САТа, прыгаем под Эсту. В Акамоне. Локал 30. Варпы на медиум. Там пусто. Ребята, он дерется где-то. Ну, под скани никого нету. Варпы на Сакай. А в Сакай варпы на Ларч Компаунд ближний. А, логисты, логисты и цело позалучатся. Надо флот подтягивать. Картинка во флоте. Ну я не пожу. Цело, твой тезка. Мерлин проходит в Асакай. Могу поймать поповой там на тварпе. А, желтый, красный. Красный. Пробовать или отпустить? А, пробуй. А, еще раз говори, где. О, в Асакай на пропрыге. Как же ты его поймаешь, если он отворкал? Он ушел на Навайс. Прыгай за ним. Отправлю туда Гриффина тоже. Иду. Что делать, если будет варп большой? Держать до конца или... Выцеливай, выживай. Заходим все. Разгоняемся на Навайс. Так это вы делаете? Варпайте на Раларш, там цели. Вы что, за одиночкой носитесь гангом? Замерли? Чуть-чуть не поймал. А, куда варпать? Где цели? На ладже стоит штук 10 ассалтов и прочих. Ой-ой-ой. На ладже стоит 10 ассалтов в системе... Извините. Асакай. Варпаем на Асакай, все, варпаем на Асакай. Тем более в Навайс не пройдет никто практически. Значит, там стоят 4 гарпии, гиена, ягуар, 2 инио. Скифы, я не знаю, их или не их. Так, разводка команды. Это наши интера. В Асакай проходим, нет? Нет, не проходим в Асакай. Интера уже зашли, фаст. Я в разгоне на лапше. Фаст и Зена. Энька заходит тоже в Асакай. И логисты. Становится в разгон на ладж маяк. А кто туда уже пауэрпал? Значит, электроника наша будет вытапливаться на солнце по приварку на ладж маячок. Так, значит, по команде развод команды варпает на ладж, ганг заходит, варпает тоже сразу. В ноль варпаем. Ганг тоже будет по команде сразу же заходить и варпать на ладж. Приготовились, развод команда поехала. Приоритет команды логистов или ассалтов? Ассалтов хватаем. Ганг заходит, тоже варпает на ладж.
А желтый предохранитель ставим. Гарби Перуния взят. Ягуар Леоне Пойнт, Ягуар Леоне Пойнт. Ягуар Леона Праймари. Праймари логиста. Сходите все в арпайте на ваш. Ой, сейчас сдохну, блин. Так, Леон отошел, Леон отошел. Все заходите на ваш. Энио Адан Пойнт. Энио Адан Пойнт. Это лучше всех. Энио Адан. Тихо, Энио Ван Пойнт Праймари. Все, пиздец, лечь. Секондри Гарби Геан. Пирунга Пойнт, Пирунга Пойнт. Гарби Пирунга Пойнт. Тифов похватайте. Раскладывайте Пойнт, раскладывайте, держите point. Разные цели. Логист Кронос Прайм, Пойнт, логист Кронос Пойнт. Гарби Геан, бьем, бьем, Гарби Геан. Следующий, следующий. Братка, где? Гарпия Абусин. Кронос Пойнт. Следующий. Следующий в бродкасте. Фергуния Гарпия. Следующий в бродкасте. Пожалуйста, Китсуну качните. Сабру качните, Сабру. У нас логистов нету. Убили давно. Гарпия Хаджа. Сабру качните. Нету логистов, не ори, выживай сам. Следующий. Следующий. На скифа топим. Это фаз, держу скифа. Чем на скифе здесь цели столько рядом? Гарпия Зенон Пойнт. На какого из скифов здесь хитри, блядь? Который Браткасти, Крис. Следующий. Ну, на следующего надо топить. Вряд ли мы уже куда вытопим. Скиф. Бьем скифа. Предохранитель включаем белого. Бьем скифа. Логистов, конечно, рано отпустили. На следующего скифа последнего топим. Ага, никто не держал его. Все, яйца можно не подать. Лутаем в реке. Линкуем сливы во флот. Забыл, да, сказать, что... Кицуня. Что не забывайте бродкасты выводить на первую строчку, чтобы сообщения показывались вам, поднимались наверх автоматически, а вы не искали их в списке обзорной панели. У кого это не сделано, сейчас будем делать. Тимо 80. Ну, моего Гриффина тоже быстро съели, на МВД не успел вытопить. Какие-то провокационные имя корабля.
по-русски, что ли. Так, разгоняемся на коммун. Остальные могут перефититься, собрать, опять же, эсминцев, интеров. По коммун идти? Непись могли бы уже убить. Так, живые тра, точки во флоте. Фасту слава, Зене тоже слава. Аурпаем на коммун, Фаст, заходи в коммун. В коммуне немного авры. Но есть нет вероятности тех, которых мы только что побили. Вот у этого Перунги это домашняя система. На подскане 4 Ферокса и Кармарант. Ферксов уже 10. Угу. Заходим, разгоняемся на рейд Сата. А мы не, там никак с ним не выловили, да? Я бы посмотрел, наверное. С Ферксами. Они, скорее всего, на доке третьей станции, сейчас посмотрю. Ну, если фероксы клозовые, то на двадцатке они нам ничего не сделают. Если фероксы лонговые, то они в клозе нам ничего не сделают. Хотя, дрон у них. Реварпл. И у нас достаточно хорошая альфа. Да, фероксы стоят в агре на андоке станции 3. Здесь приварп. Двое агренных проходят навстречу. Ой-ой-ой, большой приварп. Сюда пришло. Фероксы пришли. Варпаем рейдсата. Варпаем на рейд Сата. Ну мы могли бы. А что, мы не хотим подраться? Клозе, сейчас. Смотри, если они в надо понять, главное, клозовое или нет, кто-нибудь может определять по этому, по фиту? У меня настройки отключены, у кого настройки хорошо включены, тот, в принципе, может глянуть. У них есть скифы, то есть они, в принципе, под логистами, но есть какой вариант, просто как предложение. Полетать по системе, поотварпывать, слоупоков поджимать. Что мы намного маневреннее, чем они, а они точно будут тупить. Так, мелочи тра пока могут на Сакаю варпнуть, покрутиться там возле гейта. Они проходят. Варпаем на Сакай. Ух да, они здесь все. Они в инсте, они подпирают. Они сейчас только что прошли в Асакай. Только что, все почти провалились. Угу. На обратной стороне осталось 2 Камаранта, 4 Ферокса, 3 Стан. На инсте. Зайди в Асакай, скажи, что там. Я только что оттуда только вышел, буквально секунду назад. Блин, ребят, у вас аспекты вообще-то в ганге, по-моему, есть. Мы все на доке висят. Они заходят в Асакай. Мы где деремся? Да, сейчас. Акамон, мы сейчас, основная часть флота на гайке Акамон. Они прошли в Асакай и будут сейчас отварпывать. Это хвост их. С той стороны не полный флот. С той стороны... Сейчас я прохожу в Асакай. С той стороны полный флот уже. С той стороны полный флот, у них 3 скифа. Они стягиваются в гайки. Да, многовато. Они идут, они оттягиваются в сторону планет. У них есть отдельные ферксы, которые стоят особнячком. Они куда-то отворпывают, по-моему. Так, внимание, часть ушел на смолот пост, как у кого-то.
Вот я не понял кто. Если надо, сейчас могу реварп-спот сделать на Гитон. Так, там еще тоже кто-то сагрился у них. Делай спот, смотри. Можно они сагрились. С планеты выводи нас на них. Сколько там километров? Те, которые на планету разгонялись. Сейчас посмотрю. Надо заходить сейчас и хватать ближних. Есть возможность. Да, прямо да. Сейчас. Они все уходят на планету. Заходим в Асакай, топим на ближайшую планету. Они отварпали на Large Compound. На Large Compound отварпали. Варп не на планету, на ближайшую. Посмотри, там, наверное, тоже кто-то варпнул. Точно нету. Они ушли все на Large Compound. Сюда. А, все понял, да. Он там в той стороне, в стороне планеты как раз был. Надо слетать, посмотреть, как они там стоят. Варпаю 70 на компаунд. Нельзя, подбери Вадима. Стягиваемся в инсту Акамона пока. Мне почему-то кажется, что они снайперы. Первый сквад без складком. Да, среди них есть рельсы, вы в чат писали. Они все в нуле, все в инсте, в инсте. Так, кармаранты отходят. Да, они все в инсте. Ты в 70 приварпал? Да, в 70, они все от меня в 73. То есть если мы... Но если они рельсовые, надо к ним идти в клосс. Если... Ну, тут хозяин бай. Есть среди них рельсовые. Ну, давайте решать. Пока они не разошлись на эти. И в принципе, если мы начнем выносить логистов, то логисты они умрут под нашим дамагом, они не успеют друг друга откачать. Они очень мягкие скифы. Да я боюсь, что я на сабре тоже умру и не смогу подхватить. А сколько у них фераксов на подскане? Очень много. Много. Картинка в охоте же никого. Ты можешь приватывать на сабре 100. Ну, в общем, смотрите. Можно. Нас тоже маловато. Я смотрю, по флоту у нас человек 40. Или давайте просто-напросто сейчас подождем, уйдем в Асакай и будем просто на отварпе. Сейчас слоупоков штучки 3 откусим. И хотя бы на их реварпе воевать. Вот 15 фераксов. 14. На андоке домна и циклон, это могут быть их бонусы. Смотрите, есть какой, если просто в качестве теории. Смотри, Кинзаза, если сейчас мы с ними не воюем на Large Compound, мы делаем вид, что уходим в Акамон, они точно под узнами очень быстро. Мы на отварпе ловим слоупоков, они начинают за ними возвращаться, но пока у нас будет время, плюс они логисты будут в реварпе и так далее. Ну, как теория. Фаст, ты был на БК, помчался за гангом Фридер? Они в любом случае пойдут домой, они не будут так летать. Они, да, они хотят тоже они ПВП. Они пойдут домой. В принципе, да, этот... тут своя совершенно заруба. Давайте, ну давайте попробуем. Если нет, то, в принципе, да, этот вариант самый, наверное, такой интересный. Наши интера варпают километров 70 на Large Compound, смотрят за гангом. Фаст, сделай пока свечку, чтобы можно тебе было переварпнуть, то есть кого-то словить. На компаунде нельзя реварпать. А, все, точно. Тара-тара-тара. Тогда, наверное, не стоит рисковать нашими интерами, потому что потеряем, тоже потом не сможем полетать. Заходим в Акамон, Фаст, ну тогда смотри, что они будут делать на этом компаунде. Авиатор этот заколебал уже. Вот заходим. Сейчас Чамп уже там, Чамп, ты последишь за ними тогда? Заходим в Акамон, по... да, конечно. подпираем Асакай. Может быть не подпирать, потому что если мы будем подпирать, то они пройдут и будут воевать. А если мы уйдем хотя бы на спот большинство ганга, а цепторы будут на ближнем споте. Только они приварпнут, мы можем попробовать. Я вообще считаю, что надо варпнуть 100, сажать ближнего кармаранта и быстренько оттопить. Потом поискать крайних и обкусать их снаружи. Все время на МВД и быстренько. Ну, вариант. Сейчас кармарант метров за 100 утопил. Ну, надо шевелиться. Варпаем, да, варпаемся на яйцелопа, разгоняемся на гейт Асакай, смотрим, что там происходит. Скичи у них вон стоят в сторонке. Может, на скифов? Красный кармаран пришел на гайку, Акамон проваливается.
Может, это сейчас... он на вас посмотреть пришел. Если на скетче вы видите, то хорошо, отлично. Мне нельзя здесь вывестись. То есть мы все равно, даже если на кого-то составе флота варп, мы придем в ноль на ладже, да? Нет, можем на 50, можем на 70. Мы можем выбивать только вектор при варпе и расстояние. Скетчи без вектора, так, где-то в сторонке. С другой стороны, лучше, ну хотя не знаю. Если мы приходим на ладж этот 50, мы на скетче топим не через ганг их? Ну, кто тебя заставляет через ганг топить? Топи в обход. Чамп, а ты посмотри, есть ли какого-то объекта на них хотя бы, чтобы ближе к ним прийти? К скетчам никак не получится, уже посмотрел. К скетчам только в объезд, но они сейчас с кем-то тут дерутся. Пришла две мелочи, по-моему, они на них сагрались дроны. Если не рельсовые, то в клозе они мало что делают. Ну, если мы скетчей продавим, что не факт. Ну, три, поэтому... три это не так много. Но у нас джам есть или он уже весь сдох был получен? Сейчас состав флота посмотрю. С другой стороны, есть у нас, правда, есть хотя бы два дампера на каждом. Вон, нет, дамперы не помогут, есть. Они в нуле друг другу. Нет, они не смогут своих качать. У нас Китсуни, Маулюс. У Китсуна какие джамеры? Мультики должны быть. Отлично. Ну смотрите, по крайней мере, даже если двух скифов выключить... Сейчас то... можно Маулса им было бы откусить. Он в сторонке совершенно. Кармаран пришел в Акамоне на станку, они нас палят. Короче, надо делать анкор за ФК и убивать по кусочку. Кинзеза, решай. Все, Маулс обратно потопил. Давайте дальше прокатимся. Заходите все назад, интро в канон. Разгоняемся на рид Сата. Дест, Хи, Далис. Варпаемся на рид Сата. Зенарус, можешь пока остаться в Айкама, понаблюдать под сканом за этим ладж компаундом, что там будет происходить. Хейдалис, будут они потом пересаживаться с эсетфирексов или не будут? Зен, ты летишь вперед по Десту? Да. Зена. Да. Фаст, можешь тогда остаться там, если ты еще не зашел, не заходишь в рейд Сата? Остаться в Асакае? Угу. Посмотреть на этих фирксов, будут они пересаживаться на что-то или не будут. Ганг заходит в рейд Сата, варпает на Ракопас. Просто у нас ДПС на самом деле достаточно хорош. 12 примерно должно быть. У нас хороший ДПС. Но мы клазовые. На Ракопас? Да, на Ракопас варпаем. А у нас трэшеры какие? Клоз или... Клозовые, все клозовое. На Ракопасе небольшой Гриффин огрёный стоит. Да, только что меня тут слили, пролетая.
Они возвращаются, они возвращаются, они возвращаются. Они сейчас будут проходить в Акамон. Могу схватить слопа какого-нибудь. Хватай. Жду команды от Фильдкома. Не надо. Варпаемся на Акамон. Варпаем на Акамон. Они только что все подварпали к Акамону. Ты можешь варпать на Акамон, и если они будут отварпывать уже от Гита на станку... Они сейчас, извиняюсь, на Асакай, на Асакай, на Асакай. Все, они пошли в Асакай, сейчас будут отварпывать. Угу. Могу попробовать на реварпе кого-то подхватить. Нет, подожди, пока не надо. Заходим Акамон. Ты уверен? Ага. Может, Ферксик если, одного? Если, Ферксик если, одного. Если они будут отварпывать, то лови. Заходим Акамон, хорошо. Заходим Акамон, врупаем на Асакай. Это сынка на станке. Прикол, но я почему-то никого не поймал. Они не лочились. Хотя странно. Могу Рифтера подхватить? Не-не, не надо Рифтера, врупай на Акамон. Есть Ферс! Врупай на Акамон. Ферс-пойнт. Заходим, заходим Асакай, врупаем на... Арчон на оценке, походу. Не заходим, на не заходим, не заходим. Есть крамблер, нужны сетки на Ферекс. Есть крамблер. Топим, топим на Ферекс объем. Это все в системе Акамон. Это все в системе Акамон. В Асакай не заходим. Сейчас они будут возвращаться. Можно, можно его попридеть. Хотя они, но если они придут, то они придут флотом. Они сейчас по-любому придут. Бьем Ферекса. Может нам по вектору куда-то оттопить от Гита? Угу, сейчас определимся. Да пусть агрятся их центрики уебашут. Да, мы сейчас когда вас товарку, три раза успеешь. На планету разгоняемся, восьмую. А где Ферекс? Я позвал. А, посмотрите, что там полутали. Какие они, клазовые, не клазовые? По-моему, рельсы были. Если рельсы, то это вообще фигня. Килл, линкуйте быстрее. Паст, я пойду на цену гляну. Они против мелочи, что ли? Рельсатина. Но у них сеток нету, понимаешь? Ну да, даже на бите 500 метров они ничего не делают. Значит, на цене не только Круцик стоит и Рифтер во время. Так, молодцы, дронов собираете. Это фаст, держу Рифтера. Держу Рифтера в 40 км от станции. Это фаст. Рифтер в игре, Рифтер в игре. Аугас, помоги. Дрейк на подскане. Врапаем на фаста. Летю. Иду в клозу с ним, хватаю в клозе. Надеюсь, доживу. Давайте, 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 господа, на меня, давай, на меня, на меня. Приварпываем, уже приварпываем. Рифта? Угу. Ерлина, поймайте. Блин, мало до кидзита. Всем гангам на один фрих. Круто. Разгоняемся на Асакай. Разгоняемся на гейт Асакай. А, Зен, заходи, в Асакай, чекай наш компаунд.
Шондок Ферекс. Ферекс Андок. Может, их здесь на солнышко выманить? На МВД вытопили останки на 150 километров. Короче, Высокая на Смоловом стоит. Ганг, Кормарант, Слайсер, Келес, Тристан, Омин, Нави. Это на Смоловом? Да. Ворпаемся на Сакай. Особенно те, кто за Ферекс состоит, ворпают на Сакай. Скажите, Рикта, как? У кого? Ферекс Андок, сейчас я остаюсь на станции, с твоего позволения, посмотрю за ними. Ну, так, кто говорил, что на Смоловом Оман? Я говорил. На чем? Кто на чем? Зелен. Угу. В скольких ты от него, ты его можешь подхватить? Кто там еще есть? Там мелочь, туда надо целиком идти. Ну, Омин будет снаружи стоять, мы его. Нам нужно будет сетки длинные. Если он под линками еще там. Давайте рифтеров ловить, одиночек. Так, что-то я на Смоловом не могу его насканить. В системе Асакай? Да. Они белые. Внутрь зашли. Но он свалил, а там мелочь внутри осталось. Там много 6 ребят. Много мерлинов на подскане появилось. В Акамоне. Много это 7. Ну и 7. Не 7. 9 уже. 9 уже. 10. Так, Дест Хейдалис, а кто высокая, варпаем на Акамон. Остальные разгон на рейца, да? Не, все остальные заходят в Асакай, собираются в инсту Акамона. Весь ганг заходит в Асакай, подпирает Акамон. Сейчас слетаем в Хейдалис, посмотрим потом. На Андоке вся шушера стоит, около 15 мерлинов, большинство в игре. В Акамоне на Амдоке третьей станции. Штук 15 мерлинов, все в игре. Которые были на Ферексе. 10 их. 11. Ну, плюс Кармарант, Маулюс, Бентам и прочее. Кинза, они, я думаю, сейчас будут воевать, они хотят воевать, по крайней мере. Четыре Маулюса, Мерлины, Бантамы. Тут пошел отварп на Сакай, пошел отварп на Сакай. Блин, я только... Все отварпали на Сакай в ноль, все отварпали на Сакай. Ну, нам лучше с ними на гайке подраться, если саспект у всех кончился. Они все в глобал игре. Просто есть. Просто за нас, чтоб центрики работали. Так, готовимся сейчас заходить.
Пришли на Сакай. Так они сами пройдут сейчас. Они сейчас пройдут к вам, они сейчас пройдут к вам. Заходим, заходим. Не бьют нашего, Мерлин. Они все здесь саглись, они все саглись. Заходим, заходим, расхватываем цели, заходим, расхватываем цели, заходим, расхватываем цели. Мерлин. Ай, забыл. Перунгова, по-моему, ник. Праймари. Кармарант S8 point, Кармарант S8 point. Кармарант S8, секондри. Отварпали. Угу, варпаем на станку третью. Варпаем на третью станку за ними. Может, эти убьем, нет? Варпаем на третью станцию за ними. Варпаем на третью станцию и там хватаемся. Бантама не убивать? Не-не-не-не. Они там все в агре должны быть. Вдоль варпаем. Да, кого держим, называем. Он, соответственно, праймари. Они отварпали. А куда? На 8 объекта. Они обратно. Они вернулись, вернулись на гайку, вернулись на гайку. Нормальный ход. Варпаем. Варпаем на Сакай. Ну, если они будут заходить в Сакай, то будем ловить. Если они сейчас отварпают назад на станцию, полетим дальше. О, что-то они пока здесь стоят. Ну, логистов им слили два. Да. Они проходят. Пошли, заходим, заходим, за заходим за ними, расхватываем. Каждый бьет свою цель. Должно на всех хватить. Они тянутся назад сейчас. Есть мнение, что это мультибоксер вообще играет. Не-не-не, ты что? Они отварпывают. Поинтик, давай. Все ушли. Пошли на... Они на хап ушли. Калдер инфраструктур. На... Фак, у меня снова Ева одного. Че, летим за ним? Варпаем на Калдер инфраструктуру. Сколько? В ноль варпаем. В ноль, в ноль, в ноль, в ноль. Фокус у нас, таргет коля будет или... Для каждого, каждый свою цель. Должно на всех хватить. Ну еще. Мерлин это не ферксы. Именно. Они все в клозе были. Блин, Сервиус, поинт. Мерлин, лорд. Перунгу надо убить. Мервин и Лиси, Мервин и Лиси. Перунга секондри. Сервис праймери, Перунга секондри. Тристан поинт. Третья цель Гайман, Гайман, Мервин Гайман третья цель. Гайман поинт. Перунга поинт. Других, других, других. Третья цель Амбисум, Амбисум Мервин. Все, фаст управляет. Четвертая цель пират. Посватайте цели. Амбисум праймари, пират секондари. Щиты, щиты, срочно щиты, срочно щиты, срочно щиты. По секондари работаем. Нет, у нас логисты. Праймари, секондари работаем. Третья цель Кронос. Атрон Кронос. По Кроносу работаем. Потом Мерлин Зан. Потом Крис. Скича держу. Маулус, Маулус праймери. Маулус держу. Маулус праймери, скип секондари. Дампит меня собака. Скиф, скиф Дхарма праймери. Скиф карет секондари. Шилд брат кассити, камон. Ну что, мы затащили. Да, только Самбров и Ка слилось. Лутаем.
Ждем, у них дроны первые. Детей их убивали. Экономить. Да нет. Вот этот Пирунга, он в общем рейтинге Ивкил третий. Вы уверены, что это не мультибоксер? Нет. Они здесь часто летают. Так, уже теперь фичимся, если что, да? Да, пока ставим без жика. Это было круто. Не-не, Пирунга, он очень опытный. Летим в житу? Да, в житу на перифит. Кому надо, те собираются. Где ФК чем... будем? Пока остальные рефитятся. Можно в тане поискать кого-нибудь. Сейчас гляну, есть там что-то. Мы этого Перунга уже убивали сегодня. Не, обес опять второй. У Паландоха циклон, гранат, он вылез. Я не то умерлина линканул. У меня нет умерлина. Может быть, гангу стоит пойти в Норву и там пока посидеть, подождать. Куда? Да, в Норвакайкинен выходим. Те, кто кому надо перефититься, кому надо собраться, идем в житу. Житу. Пиздец, а у меня еще этот висит аспект. В Таме можно будет снять. В принципе, в Кидаме, наверное, можно будет снять на споте. Под листу. Предпоследний лоб. Сейчас я по-быстрому интро тоже соберу. Если у кого-то в жите есть собранный интер, Галенский или Минматарский, на Ицилопа можно контрактом передать с исками, сумму указать. Ну, Рувадес? Угу. Саспекты можно в Кидаме поснимать на спуте, встать в разгон и снимать саспект, потом заходить в Таму, варпать на Норвакайкен. Вот, а в принципе такая заруба была возможна благодаря программке Крекера. Вот, те же самые ФК ЕФС могут ее смотреть. Да это хак, Крекер. Черт возьми, эх. Где Найтхак? Он белый. Прошел сейчас куда там летит? В Рейсата прошел. Из Кидама. Еще тут. Из Кидана. Ну, могли бы увидеть вообще в теории. Крекин не разрешает нам пиратить. Там он втихаря. Вон там ссылочка тут, очень полезная для всех. То есть, кто соло летает, кто ганги водит, там можно задать систему, где вы находитесь, и высчитать дест полусеком, где есть цели. Мало ли, если кто-то не знает еще. Мы 2 часа еще не летаем, через полчаса приду.
В Камон прошли огрённые гарпы или из Рисата. А где Рируб будет? А что, много слилось наших в последнем бою? ПК слился. А что тебе, Китса, что тебе нужен? Какой шип? Я тебе могу в Нурве дать Эню. Септера вроде просил. Так, а что у меня тут какие-то сообщения на передачу СБУ приходит? Тебе виднее. Может, вам что-то передали по Альянсу? Нет у нас Альянса. Ну, то в нулях стоит такую хуёвину, которая каждую битую непись накапливает деньги, потом все раздает. Забейте, короче. Это как кинза, да. Помнишь, мы давным-давно на ДДшках летали? Так вот, потом мне все приходило, отчеты, что эти награды за непись по СБУшкам. Так, я собрался, значит, сейчас вылетаю в сторону Атамы. Минуту две, подождите, пожалуйста, пока все там собираются.
Так. Дальше нури прийтим, да? Но сейчас посмотрим. По составу посмотрим. По статистике. Отлично. Итак, где все стоят? Не, у кого саспект упал, тот может выходить в Нурвакайкин. Нурвакайкин линканул. Фак е, я снова топ-киллер Евы по Алгосу. Так, это где ВМО? Ого, неплохой такой кэмп. В БВФе, да? В БВФе, угу. В БВФ там всегда весело. А накал какой там? Алекс, это ты там или тебе картинку прислали? Все понятно. Сейчас еще раз пролетим по лоу. А потом, наверное, БВФ. А, собираемся все в инсте Гита Атама. Тест, дайте, я отстал. Сейчас дадим.
Все летим на флиет. Ставим тест флиет. Тревел-модом? Нет, нет, подпираем по катану. Хорошо. Так, из интеров с голосом Томас остался. Фаст отвалился. Зена. В Таме ничего интересного, можно заходить. Отлично, заходим в Таму, варпаем Сюджаренту. Эх, кто улетал из New Galaxy, меня, наверное, там больше не увидит, хотя, в принципе, капы, наверное, разбанят. Чего меня везде банят, кроме Крикера, а? Крикер, когда ты меня забанишь? Если его во время вылета забанят. Крикер тоже отвалился. Так, подпираем Сюджарента, Зена. Рассказывай, что Сюджарента. АК-25. Соспект один. Сейчас посмотрим, что у нас. Аня, Крикер еще здесь подслушивает. На маячках ничего нет интересного. Так, отлично, у нас Прохан жив на Еретике. Я без бубля. Анти-мелочь. Ксан есть. Ксан, ты помнишь, что бублить цели в нулях по проявлению, топить на них, кидать еще один бубль? Да. Но в этом, в лоусеках, большая к тебе просьба не агриться ни на что, не ворпать вместе с гангом, топить в инсту гейта, если на тебя агриться, пропрыгивать, сделать себе спот, в общем, выжить любой ценой. Окей. Потому что сейчас чекнем флиет и слетаем в нули. Заходим, варпаем на Гаманин. Каракал в ноль втопил Сюджарента. Каракал будет проходить Сюджарента белого. Белый нам не интересно. Заходим Сюджарента, прыгаем на Гаманин. Так, ну дальше у нас только Кроу Гиена. Тут ничего интересного в космосе. Угу. Ох. Заходим. Заходим, прыгаем на Девен. На Интер, Алекс на Гиене. Если вы варпаете на Ладж, то же смотрите под сканом заранее. Сообщайте, что там стоит, то есть, в принципе, вы готовы хватать, мы готовы за вами заходить и тоже варпать на этот ладж. Просто вы когда приварпаете, тоже будет опять поздно, как первый раз сольемся. Заходим, варпаем на Деван. Заходим Деван, Деван, варпаем флиет. Варпаем на флиет. Тут на медиуме алгос стоит внутри. Я думаю, неинтересно.
Так, сейчас чекаем small новайс. Если только сами врата можно чекнуть. Подпираем пока флиет. Ну, на вайсе стоят 5 кормарантов и 2 каталиста. Отставить, если ты находишься. Рядышком просто. Так, значит, своим ходом бежим в Айракин. Интера по деску чекают до тамы, если что-то хватают. Ой, скич зашел. А в Деван не отварпываем, не отварпываем, кто остался возле гейта, ловит скича. В системе Деван возле гейта флиет. Кажется, зашел. Ник не помню. Франк Маулерант, если да? Он здесь. Point. Бьем скича. Лутаем, варпаем на Нагаманин. Мы по хаям идем, да, в Айраке? А, да, по дысту интера, наверное, сначала пускай немножко пойдут. 30 секунд ждем. Интера могут идти вперед. Так, скифлин камера. ЦФ. Ну, кто у нас наибольший ущерб нанес? Ну, конечно, Прохор. Чек, здесь стоит вексор. В Тами на ГТ Суджа. Красный вексор. Нужен там поинт. Снобовский. Серафсан. Там. У тебя есть поинт? Хватай его. Там мы не заходим и антипропрыгом становимся. Ушел. На Нуру ушел красный вексор. Красный или желтый? Красный. Зеленый. Серафсан, варпай на Нуру. Этого можно в Нуру и ловить тоже. Да он, если он красный, не пойдет в Нуру. Если он не идиот.
Подпираем пока там. Вы что, никогда не видели красных? Кстати, в Таме куча саспектов. Так, здесь мелкий ганг. Варпайте скорее на этот самый, на Таму. Нужны поинты, поинты нужны. На Таму варпаем, в Таму пока не заходим. Если на тебя агрится, проваливайся в нарву. Кайкин, говори, хватается на балла, он не провалится. Он в красной агре. Хватается на балла. Есть поинт на Цинабале? Есть поинт. Заходим, варпаем на Нурву. Сетки на Цинабале. Заходим, варпаем на Нурву. Цинабал. Остальных попробуйте. Ну, Цинабал в праймаре. Проваливайтесь, он сейчас войдет в Нурву и там умрет. Пишетесь. А он точно пройдет? Ну куда ему деваться? Он 16 километров отбит, да. Последняя десятка, не агритесь. До структуры Цинабала. До структуры не агритесь. Вообще Цинабала агра была, нет? А, все, заходим. Последняя десятка заходит Нурвакайкиным, бьет этого Цинабала. Остальные снимают агру. Что там Цинабал делал? Не проявился еще. Да, Конкорд лопнет сейчас. Значит, молится. Проявился. Конкорд перетор. Эх, опять не лишимся. Качается, логисты есть. Нельзя его почувствовать красным. А то Конкорд во всех пишется. Ну вот дайте хвастайтесь скиллом. И бежим по десту. Бежим по десту, еще раз дублирую бродкасте. Даже не заходим в последний айракин. А, собираемся в Корсике. У нас дичей их плюсов нету во флоте. Просто если есть, то мы полетим немножко в другую сторону. А если есть... Но вы никому не скажете, что мы к ним летим, то можно, в принципе, плюсик не ставить. Хороший был Цинобальчик. А чё те, кто били его в Таме, не вписали, что ли, в него? В другой системе, потому что били. То, что ЦЦП клеворукий. Бежим до Корсики своим ходом. У меня сеточки две не выпали. То скрама мало. Там скрам как две сеточки почти стоит. А две сеточки как скрам, как скрам. Кто скрам плутал, может оставить себе только и целопчику там 60 миллионов перечислить. Это половина этого скрама, я так понимаю. А ФК получает 50%? Не, это просто сабру слитую восстановить. Хотя,
Хотя сейчас крекер пустит собачки, наверное. Может, чутка попозже, после того, как к нулю войдем. А то сейчас запустим, и все разойдутся. А вот так? Не, легко, конечно. Конфеткой дразнишь, да? Ну, типа того. Конечно, разойдутся. Зачем же еще лететь? Как это? Не, ну... Делами? Кстати, хорошая идея. Давайте в натуре поставим собачки. Вы правы, сейчас мы все поймем. А я не понял, зачем. Добрая не, подождите, традиция. Подождите. Стоп, не ставьте. После линии. Вот сейчас можно. Так, крекер хочет проверить, сколько человек уйдет. Да, вот это очень интересно. Сейчас раз, и весь флот разошелся. Классная идея. Это что же, как показатель? Поэтому CFS интересно. Однозначно. Там бесплатно. Искусство настоящее может быть только бесплатно. Совершенно верно. Ну, ты еще скажи, настоящий творец должен быть голодный, иначе он ничего хорошего не сделает. Ну, ты же понимаешь, посмотри на Кутрис. Не-не, Кутрис, ладно. А Рейдик? А, ну да. А что, Рейдик? Он не только голодный, но и холодный. Зомби, что ли? Ну нет, он просто, видишь, он как бы он хотел бы уйти, но не может. И вернуться тоже что-то вот он не хочет. Нет, он хочет поныть, чтобы его выслушали. Как все плохо. А кто не хочет поныть? Мы женимся-то зачем? Я сижу и думаю, зачем? Поныть. Так. Значит, скрам можно эти лопу не передавать, я так понимаю, да, крекер? И эти кирисы, диктора, дардевилы, кицуни, гиены. Те, кто слились, могут тоже присылать сообщения на эти лопа. Письмом? E-mail'ом, да, e-mail'ом. Интера могут присылать? Ну, интерации, которые были по фиту Scrambler и Dis. А Destry? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы хотите разорить меня? Ну, Destry же стоит дешевле, чем эти. Ладно. Destry там 8 миллионов стоит. Учите Дардевилов, Кицуни, Гиен. А, то есть ты Дардевила мог установить? Ага. Это чё на Дардевиле не прийти? Не-не, это какие-то новости тут. Поверь, на Дардевиле ты бы много не налетал бы. Ну, по лоусекам, да, тяжело летать. Тем более на дикторах, ну... Нормально на дикторах. Нормально, конечно, но печально быть праймери. У них хотя бы танк есть. В Корсике встречаемся, да? Особенно у Саба. Да, в Корсике собираемся. Разгоняемся по Десту на Айракен. Ну, а Дест будет БВФ. Ура! Кому сколько осталось прыжков до Корсики цифркой во флоте? Ну, ждем Сиа Ульфа 7 минут. Я бы даже сказал 6.
И в 59 минут выдвигаемся. Я быстро. Вы это? Что-нибудь. Галантерейщик, это подождите. Целок, говорю, может пересесть на что-нибудь? На Сеауль? Да. Не, не надо. Ты можешь пересаживаться на что хочешь, но, в принципе, тогда мы тебя ждать не будем. А лучше всего... Быстро я пересяду, на самом деле. Что у тебя собрано на том самом свете? Я понял, ладно, полетим дальше так же. Так, Интра заходит в Айракин. Флот варпает на Айракин. Так, что-то мне только два сообщения всего лишь пришло. Я вроде отправил. А, нет, не отправлял, точно. Мне нельзя отправлять. Та-та-та, Ротл Снейк. Где? А подпирает этот Аджанин. Ротл это клево, если он не с сцены. Ты же боишься пирать. Ротла? Так, 4 года, минус 0,2 СС, и в Анжане нам пока не заходит. Зинофар, собачку поставь в схватке. Завершите там эту кнопочку. Заходим в Айракин, прыгаем на Аджанин. Подождите. Прыгаем на Джанин, хорошо. Ну, а Джанин ничего интересного. Вексор. Вексор на свечке, на белый. Тоже 100 километров с Гейтакра. Попал на Айракин. На Айракин, походу, ушел, да. Вот заходит Аджанин, варпает на БВФ. Заходим? Да, заходим в Аджанин, варпаем на БВФ. Все, кто зашел в БВФ Интра, пока не деплочитесь. Девяносто девять локал. Так, Зена, можешь потихонечку топить? Винсту агрить на себя этого вексора с Егором. Ну, в смысле по-быстрому, но в инсте придержаться. Ну, в пользу.
Мне залаг страшно. Есть аграс Виксра? Нет. Вексеры приварпали на 100. Сколько? Почему на 100? В ноль приварпали вексеры. Угу, в ноль они приварпали. Товары? Заходим, убиваем Роудранера, Роудранер Праймари. Вексер Роудранер Праймари. Вексер Роудранер, Роудранер Праймари. Прихвати его, Зена, пожалуйста. Панч. Нагрелись, остальных нагрелись на Роудранера, нагрелись на Роудранера. Эриксон Пойнт. Всех расхватайте, Виксаров, всех Виксаров. У меня хрема вот редкий. Триплис держу. А почему у нас все подряд текут? Роудранера греемся. Эриксона Лабел держу. Гихайм Пойнт. Кто следующий? Следующий Скарлетт, 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 Скарлетт следующий. Point. Подогрелись на Скарлетта. У Триплза уже структура скоро будет. Тебе Скарлетт. Скарлетта, Скарлетта, Скарлетт объем. На Скарлетта переключились. Да бьем, бьем. Только три положены в структуре. Торнадо. Следующий Эриксон, 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 объем. Тебе и триплекс. Пойнт. Триплекс одержу. Торнадо. Так, минус эцелок, минус эцелок, минус эцелок. Ай-яй-яй-яй-яй. Один остался, давайте добьем. Тиби, тиби, тиби добиваем, тиби добиваем, разварпываемся. Говорим, кто сливается, говорим, кто сливается. А с кого? Цептора, торнадо поймайте, поймайте торнадо. А Локи. Иду Локи, дам пить торнадо. Торнадо поймайте. Прихватите кто-нибудь ганг. Торнадо, кто? Потопили на торнадо. Поехали, да, торнадо, все. Наверх. Подняли голову, поехали. Командование у Алекс Чемпа. Держу торнадо. Отлично, кто, держи. Кто точку, точку дай, точку дай. Торнадо пойду. Точку на кого? Все поехали на торнадо. Блять, точку, хорошо. Какую точку? Наверх топи. Флот, дайте, я вылетел. Стачкуйся. Схватки. Через Эцелопа можно переворопать. Где вы сейчас? В БВФ. БВФ. Лутаем, основная команда. Сука, где его лагнуло? Поставьте дест, пожалуйста. У меня просьба. Можно вы будете говорить? И спрашивать в голосом во флоте, особенно когда он в бою. Так, на Эцелопа побольше не варпаем. Линкуем этих виксеров. Да, вот тут нам не хватило наших джамов с их репками. Тогда это было быстрее. Да, переварпываем на Эцелопа. Переварпываем на Эцелопа.
просто, блин, в Иракине корабликов нету никаких. В Османе есть. Могу продать. КНР. Домик пришел. Варпаем. Не варпаем, не варпаем. Так, он в мобилу пришел. Он в бубль пришел. Подхватите. Нет, не трогаем дичей, это цинка. 99%. Не цинка, они приварпаются с там. Они помнились. Желды сняты. Нарморный. Варпаем, орбитим его 7 километров, готовимся отварпывать. Варпаем на домик. Бьем домика. Комбат, кичи в локале. Я смотрю, пацан, пока чисто, бьем домик. Держите его скрамблом. Держим, скрам есть. Бубль надуть? Да. Да, можно. Так, Лукину подсканим. Я их всех писали. Каракаль. Каракаль-поинт. Вытапливаем на каракала. Варпаем на крекера. И он скучился, да? Или что? Ну да. Маледикшн. Да. Варпаем на Эцелопа. Собираемся на Эцелопе. Еще один каракал прилетел. Что, подхватывать каракал? Да. Чего ж нет. Подхватывай, варпаем назад на каракал, отачкуйтесь, кто держит каракала. В бубле он стоит, смотрите, на кого там можно варпать, варпайся. На подскане где-то рог в системе. На Серафсана можете варпать. Серафсан точканулся. Раптор. Вытапливаем в сторону гейта IO или станции. С бубля вытапливаем. Нас сканет. Нас давно уже сканет. Ну и факт, что нас сканет. Варпаем на Эцелопа. Становимся в разгон на гейт Аджайнин. На меня, между прочим, торнадка слила. Я говорил про торнадо. Но кто этот меркантильный Q, интересно? Торнадо приварпал, я сказал, торнадо. Нормальный такой домик был. Кто-то залутал адаптив. Сульмерфлит. Трэшер.
Так, агра у всех спала? Да. Выходим от Джанина, варпаем на Эракин. Там, в принципе, должен быть хаб, сейчас что-нибудь соберу. Входим в Аджанин, 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 Аджанин. Мы ведь еще вернемся? Обязательно. Варпаем на Эракин. У кого там, кто остался бубляк на каких-то там непонятных спотах, переварпываете через объекты, смотрите, откуда вы не попадете в мобилу. Выходите в Аджайне. Можете на споте там повисеть в системках. Ну, знаете, что там мобилки сканят. Комбатки сканят. Выходим в Айракин. Все, крекер плюшки раздал. Целок тоже получил. Большое спасибо. До конца в Эракине. Ну, а лучше всего на спуте куда-то отлететь. Можно, да, на ближайшую станцию. Чтобы после гейта не палиться. Пришел. Красный? Нет, белый, ну он в БВФ. 120 от меня, могу подходить, в принципе, попробовать. Мы уже все вышли. Мы вышли все. Одну секундочку, сейчас я пересоберусь. Так, печально, для диктора здесь ничего нету. Как там яйки были без имплантов? Кто слил? Так, по Бадону Каракал пришел. Это не Ленковал. Так, 10 минут есть. Можете апнуть, заварить чай, кофе. Угу. Ура, в туалет можно. Ура, в туалет. Дальше выпить. А тоже вторую бутылку наполнил, да? Ну как вторую? Не надо об этом. Иди уже. Домик норм такой был, чё бы нет. Но не ожидал столько народа просто на себя. Три репки, три нетрика. Два кабустера, сетки две. Такой Джеки Чан. Что даже очень странно.
Обычно так цинка прилетает с таким локалом. Не, ну он надеялся, что он там на него не все наварпают, наверное, или не так много. Он, так, он бы реально разобрал бы гангу 10 тел, в принципе. На что не надеялся, это же дичь. Они будут полчаса можно стоять, они будут прилетать и дохнуть, там опять лететь. Да не, на самом деле у них бывает нормальная ситуация даже. А после того, как дичи остались одним в нулях? Да не, ребята, он не собирался фрегаты разбирать, это уж точно, судя по тому, что какие у него дроны. Да, огры. Мы же не знаем, какие у него воздухи. Но он все равно бы их брал с запасом, правильно? Ну, хз. Ну, что хз? Если бы мы не начали их отстреливать, что хз? На самом деле он больше надеется на свои две сетки и нетрики, что цель будет просто стоять ограми, он ее отлично распилит, даже фрегат. Но то, что у него в ПВП в фите, короче, две адаптивы, это, конечно, клево. Торнадо убили все-таки. Разбросали по этому аэрокину. Второго хаба нормального нету, все по станциям раскинуто. Так, кто с КС вышел? С флота вышел. Наоборот. Наоборот то же самое. Так, собираюсь еще две минутки. Большая просьба к диктору, если он останется, это будет очень здорово. В принципе, долго летать не будем, ПВФ, АЙО, посмотрим по трафику, если там в 5-7 прыгах что-то есть, слетаем туда и все. И вернемся назад в Империю. Можно еще раз? Что еще раз? Еще раз повтори, пожалуйста. Все сначала, с полтора часа назад, то, что говорил, вот это все давай заново. Ну что, он уже закончился? Я только подключился к ТС, да. Значит, не отключаемся, те, кто летает, две минутки. Я собираюсь, летим в БВФ, рядышком там что-то крутанемся, и Сабра, если останется, будет очень здорово. Так, Дэс, дай, что ли, куда мы летим? Пока никуда. Сейчас я две минутки соберусь, опять с БВФ, и там посмотрим по ситуации. Дэс, БВФ, да? Да, пока деста нету, вообще да, можно поставить БВФ. Пока
Та-та-та-та-та. Тут пару прыжков отжанем, потом БВФ. Все уже нашел в киле. Алгос, это река на Танатос похож. Это мини. Не, ну просто когда вот маленькие картинки в киле смотришь. Похож, похож, да, согласен. Может, мы убили Танатос? Маленький только. Да вон в киле, посмотри, сколько Танатосов вписалось. Хаммерхедами и хоб-гоблинами. Алекс Чамба, оказывается, для меня минус был. Ну ладно. Ну, здорово полетали по усеку. Когда три ФК во флоте, это вообще сказка. Да, нормально. Не, так я же говорю, что нормально. Главное компромисс находить. Ну, как так, БВФ на гайке Сабра, Ишкур, Дэрдевил, Салара, короче. Так. Сколько человек? Ну, сейчас 8, разварпывают. А мы как бы вот Салара слили на Торнадке, по-моему. Они все Саларами, по-моему, были. Торнадо, кстати, покажите килл. А, ничьи были. А, да, ничьи. Так где еще все собираются или что? Да, ну, я пока. Еще собираюсь. Ну, короче, Собра и 6 фрегатиков. Ишкур, Гармур, ДДшка. О, Гармур? Не-не-не, все. Да ладно тебе, поехали. Раскидали по этому Иракину, вообще да, непонятно. Гармур копит у меня 9500. Ну да, он такой злой, гармур-то. Не, мы сегодня видели килл один гармур, там вообще с клозовыми ракетами летает, непонятно зачем. С крамом и сеткой на 15 км.
Коленканите Виксаров, пожалуйста. Он очень высоко. Частично были выше. Частично были. Где сейчас флот? Айракин. Да ладно, я у дичей видел даже в Арейсе, блин, фракционный диск. Так, собираемся на восьмой планетке. Только зажглась бывает. Сейчас кару трубать будут. На дестры? На два крузака они с титана прыгали. На посе. Разводят. Так, варпаемся на Джене. Интер. Где у нас? Точку во флот Интера. Зена есть? Ну, локал 6. На Джене. Со спектром. Варпаемся на Джене. Видят, пацаны клевые стоят. Интер, пожалуйста, во флоте точку поставьте. Зена должен быть в утилисте, он у нас есть, шагомер. Угу, добавляем его в небоскреб. Опять те же вексели, что ли? А, заходим от Джанин, прыгаем под Иства. Отдаст продублируйте. БВФ опять? Да. БВФ тот же самый, варпаем на БВФ. Ну, там висят в инсте, как бы, эти приготики собрать. И что? Нас больше? Нет, я просто говорю. А на подскане что? Так, Соларовская Про зашла в Аджайнин. Вышла. Подпираем БВФ, интера пока заходит, не деклочится.
Заходим в БВФ, разгоняемся на его. Транспортник прилетел. Заходим в БВФ, разгоняемся на его. Можно Бест уже сразу. Как они отварпывают бодро от нас? Беста пока нету. Круг, полина.